Ни надо мной в осколке не оборвалась, когда земля под взрывами тряслась. Ни я в бомбоубежище кидалась. Ни мне ночами снился теплый хлеб, сводя с ума до судорог голодных. И не за мной тянулся санок след. 872 дня. Именно столько длились нечеловеческие испытания для жителей Ленинграда. Изможденные голодом, холодом, люди старались жить и работать без роптаний, с надеждой на победу Красной Армии и освобождение. Трагичные события прошлого столетия вспоминают те, кто был их свидетелем. К началу блокады Ленинграда Геннадию Николаевичу Соколову было всего 4,5 года. Но события тех дней ветерану буквально врезались в память. Апреля у меня умерла сестренка, блокаду. В квартире сосед просил кусочек хлеба. Мама отломила ему, дала кусочек хлеба, он умер. В общем, вот сейчас трудно представить себе, что в день, вернее в месяц, в январь, февраль, умирало до 100 тысяч человек. Но несмотря на это, все дети, взрослые, все работали на победу. Из 3 миллионов жителей погибла половина. Страшный символ блокады Ленинграда – дневник 11-летней Тани Савичевой. Эти 9 страниц стали настоящей летописью смерти. Всего 41 строка, написанная неуверенным детским почерком. Очень простая и оттого еще более тяжелая правда. Здесь только имена ближайших родственников и даты их смерти. В течение 5 месяцев Таня потеряла всех. Таких страшных историй в Ленинграде в 1941 и 1942 году было не перечесть. Детям блокады пришлось слишком рано повзрослеть. Подростки заменяли своих ушедших на фронт отцов на заводах и фабриках. Школы были отданы под госпитали. Там дети тоже оказывали посильную помощь. За работу выдавали товарные карточки с повышенной нормой хлеба ровно в 2 раза. С ноября по декабрь 1941 года это всего 250 граммов вместо 125. Но несмотря на голод и дефицит продовольствия, люди не становились равнодушны друг к другу. Приходит женщина, плачет, там что-то приговаривает. Я говорю, что вы меня потеряли? Она говорит, доченька, мои дети умрут, я потеряла. Жизнь в блокадном городе – величайший пример мужества и стойкости. Невероятные испытания, выпавшие на долю ленинградцев тех лет, отчасти отражены в документальной хронике и художественных фильмах, стихах и прозе, детских дневниках. И все эти почти 900 дней – наша народная память, которую уже не отменить никому. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».